Ну, я бы слово «демократия» написал бы все большими-большими буквами. Демократия – это тщательное выполнение законов и конституции своей, главных. К сожалению, к большому, мы потихонечку все это не выполняем, поэтому я бы хотел, чтобы вся конституция и все законы были бы стабильными, как в каких-то европейских странах, мы вечно все время что-нибудь у них так или сяк. Так вот, это, наверное, самое главное. Вот в этом будет вся демократия. Гарантии того, что никто у тебя ничего не отнимет, никто у тебя не придумает и так далее, и так далее. Вот, наверное, это в первое. Я думаю, что... А отсюда будет все остальное исходить, и народ перестанет блажить, а должен, так сказать, заниматься тем, что он должен созидать то, что он делает, себя и свою страну. Вот тогда у нас все получится, обогащая и себя, и страну. Мое такое мнение. Вот, наверное, так. Но это может быть фантастика. Я себя чувствую Гербертом Уэллсом каким-то.